Mi trovo a Mariupol, alle mie spalle quello che vedete all'orizzonte a un chilometro di distanza è l'Azovstal, l'impianto, l'acciaieria dove in questo momento si trovano gli ultimi uomini rimasti del reggimento Azov, della Guardia Nazionale Ucraina e di altri reparti dell'esercito. A Mariupol, bene o male, tutti i distretti ormai sono controllati dalla milizia popolare e dall'esercito russo. Le uniche zone controllate appunto da Kiev sono questa fabbrica, questo impianto e un altro impianto analogo a nord della città. Periodicamente piccoli gruppi di militari ucraini tentano di uscire e forzare l'accerchiamento. Ci sono squadre di sabotatori e di cecchini che lavorano su tutto il perimetro. I combattimenti sono costanti, frequenti e intensi. Sarà molto molto difficile liberare tutta questa fabbrica per i miliziani della Repubblica Popolare di Donetsk e l'esercito russo, perché all'interno ci sono fortificazioni importanti, ci sono bunker antibombardamento ancora di progettazione sovietica, costruiti per contrastare il peggior scenario possibile. Как вы вообще выживаете? Как для вас эта война началась? Неожиданно, да. Очень неожиданно, потому что все как бы до последнего сидели в основном в домах. Когда у нас первый раз 2 марта в дом прилетело, было уже намного страшнее. Потом уже спустились в подвал, в подвале все это как-то переживали. У нас дом полностью сгоревший, без квартиры остались, без ничего. Вы видели или слышали, как украинские военные прятались среди домов, либо... Да, сначала... Прекрасно, вот рассказать. Как получается, изначально, как первый день начали тут обстреливать наши дома, они к нам в подъезды заходили, ну, поднимались по 9 этажам, осиживались, ну, 2 дня и двери поуходили. Ломали. Двери заходили в квартиры, сидели у в квартирах. У нас лично все, вот метили 20, да, там аллейка. У нас первый раз они, когда пришли в подъезд, они просто стояли, не выпускали ни есть, готовить, ни даже банально воды поставить чайник, потому что у меня ребенку год и месяц, я не могла банально просто приготовить хотя бы горячей воды, чтобы сделать ему смесь. Они просто сидели, потом они пришли с первый раз, дайте ключи от машины. Второй раз они пришли, дайте ключи от квартиры, открывайте все двери, нет, будем выламывать. Потом было, мы вечером выходили, у нас дрон висел над домом, и этой же ночью у нас спёрли машину, украли, увезли, одни следы были от гусениц. А где они здесь вообще базировались? Получается, ну, по квартирам. Везде, где только можно. Ходили. И по квартирам, и по домам, и по садикам, и по школам, и... И на крыши залазили, на дома, с крыш вот снизу. Да страшно. Что было, да, стреляли из-под домов, там выгоняли? У нас получается, знаете, стреляли. Как они стреляли? Они подъедут вот во двор, подъезжали, вот сюда остановился БТР. Именно в этот двор, да? Да. Они... Отстрелялся. Уехал, еще даже как ответный огонь. У нас 2 недели вокруг дома, это вот там, где сейчас вообще сгоревшие полностью все дома, у нас 2 недели ездил БТР, ездил танк и как-то еще вот эта вот самоходная штука. Вот они вот так вот просто ездили квадратом. Они отстреливались, потом прилетало. У нас, когда мы уходили неделю назад, у нас была еще более-менее целая квартира, она просто была разбитая. А сейчас уже много кто сказал, что там просто уже все сгоревшее, там ничего нет. Очень много украинцев, которые живут в Италии, смотрят, тоже читают, и они абсолютно вот говорят, ну,
не верим в то, что Украина занимала там такое, там выгоняла людей из квартир, что стреляли из-под домов, что... Да, вот, да, вот вы правильно сказали. Вот, насчет этого, даже вот вы уже здесь, да, чеченцы, Россия, тут ДНР, все тут... Но у нас же есть уникальные люди, которые все равно не верят. Все плохие, а одна Украина хорошая, одни Азов. Говорят, вот Россия зашла в Мариуполь, там всех женщин насилуют. Нет, военные. Такого не было. Такого не было. Это бред. Мариуполь, квартиры левобережные, а ле мие спалле il viale della Vittoria. Lungo le strade ci sono ancora diversi corpi senza vita, quasi tutte le abitazioni portano i segni dei combattimenti. Установка нефти, не хочется, чтобы вот это слышать. А так, более-менее. Слава Богу, тихо не бомбят. Нас не бомбят. Вот это вот. Вот мы это. Такое пережили. Врагу не пожелаешь такое пережить. Очень. Война, а это так... сказать страшно, это ничего не сказать. В подвале сидели. Ну, да, в подвале, да. Вот здесь. И в подвале сидели. И... Много людей здесь осталось в вашем подъезде? В нашем подъезде 8 человек. А в том? В вашем 14. Мало людей. А почему вы не решили остаться? Не некуда было бежать. Обстрел был такой, куда уже бежать? Нет. И куда? И куда? Куда? Кому бежать? Мы нужны? Куда? На поле побери. Куда? Мы вообще, я же говорю, мы как котята. Котята в подвале сидячие. Все. Вот так вот нас бросили и все, на произвол судьбы. Как развивались события здесь именно на этой улице? Были бои? Да, у нас страшно бомбили наш дом. А так все дом тут. Ну, все дома бомбили, и наш дом попал. Бомбило хорошо. А почему там были военные? Ну, сказали, что стреляли украинцы. Мы не знаем, кто стрелял, что стреляло. Дома горели. Даже без обстрела. Ни одного выстрела не было, квартира начала гореть. С какой радости. Газа нет, света нет, воды нет. Ничего нет. Они просто бросали гранату и уходили. Они поджигали дома человеческие. Это какие подразделения именно? Ну, это украинцы, ВСУшки. Люди не верят, Азовцы. Говорят, это, там, это пропаганда. Не верят, это... Нет, пропаганда? Это не пропаганда. Сыночек. Ребята, две женщины бежали вот с этого дома, плакали слезми. Это не пропаганда. А я бы рада была. Кому? Кадырову. А почему? Ну не знаю, потому что он хозяин. Вот а Зеленский? Да? Он как человек, хороший человек. А Зеленский нет? Зеленский нас бросил. Простите, мариупольцы. Ага. И нас бомбили. Я не могу ничем помочь. Извините. Крепитесь. Крепитесь. Вы поддерживали Зеленского? Голосовали? Я не голосовала. А я голосовала. Я не голосовала. Разочаровались? Я на голосование не ходила. Конечно. Да мы просто голосовали, чтобы снять Порошенко. Да. Нам все равно, кого поставят, кого поставят, лишь бы сняли Порошенко. Бы сняли, да. Потому что он нас чуть не задавил уже. Здравствуйте. Особенно пенсионеров. Я вот уже несколько репортажей сделал даже с других районов. Ну. И мне, ну, вот у меня много подписчиков в Италии, которые сами с Украины. Они говорят, ты врешь, это все актеры, ты платишь людям, потому что все это рассказывает, что там все поддержат Зеленского и власть. А нас не заарестуют вот это, что вы а снимаете? Кто? А кто нас будет арестовывать? Да мало ли. Так а придут, постреляют и все. А кто? Ну, и не спросят, кто? Как тебя зовут. Да. Кто? Украинцы. Они уже сюда не придут. Они там как застряли на заводе. Ну, на одном заводе, на Завсталине. На Завсталине или что? На Ильичайской? Да. Я задумываюсь, почему оттуда дым идет. Я не могу понять. И как вы сейчас живете? Как? Вот это вот кадыровцы кормили нас. Да. Сегодня паёчек получили. Какие запасы у нас были? Да, потихонечку. Кадыровцы эти, когда уходили с нашего дома, они у нас квартировали две ночи, да? Две ночи, да. Две ночи. Они подошли и сказали, женщины, там, где мы жили в квартирах, идите заберите продукты. Продукты вам намного хватит. Надолго. Мы с друзьями поделились, потому что люди тоже без... Есть же голодные, вообще ничего нету. Это нам еще просто повезло.